Сергей Шойгу прибыл в Крым на один из ключевых этапов учений «Кавказ-2016». Глава военного ведомства лично проинспектирует действия штабов и войск. Масштабная тренировка нашей армии началась 5 сентября, а накануне стреляла Каспийская флотилия. Были выпущены калибры, также удары отработали группировки сил ПВО. Кораблям корабельной ударной группы держать полный назначенный ход. Учебная тревога. Средства ПВО боевой готовности Н-1. Ну а сейчас мы вам покажем, как в подмосковной Кубинке в небо поднялись стрижи. Кадры потрясающие, у нас есть прямая трансляция, можем вместе с вами ее посмотреть. Пока увидим подмосковное небо, мы с вами, это «Армия 2016», в рамках этого и будет авиашоу. Ну вот, мы немножечко вот подождем, да, как только они появятся, вы их увидите в правом нижнем углу своего экрана. Ну а пока к другим темам.